22 сентября. Память священномученика Григория Горяева, священника. Григорий Симеонович Горяев родился в 1878 году в селе Пянтик Чердынского уезда Пермской губернии в семье священника. В 1900 году он окончил Пермскую духовную семинарию. Служил в городе Соликамске. 21 сентября 1918 года во время массовых репрессий в Пермской губернии против духовенства священномученика Григорий Горяев был расстрелян красноармейцами.